наверное, или нет, чёрт. Блять, с чумки. А, блять, первый босс и не убитый в целом КХ. Хочешь сказать? Я не знаю, есть ли у меня дождь завтра. А что-то надо так. Ну посмотри, ачивка есть у тебя за фул закрытый. Фул закрыт. Что есть, ЦЛК закрыта? На фул все боссы. Все боссы. А ну если бы не было закрыто, меня бы в ЗС лопнуть. Я в ЗС надо одного лича. Нет, там еще ЦЛК. Ты, кстати, аддон настроил? Ленка не вот такой ачивка. Это не хард мод, у тебя обычная сложность закрыта. Коват линканул. Ну, значит, хард мод у тебя не закрыт, да? Героический режим имеется в виду. А он не начал. Но все, его все равно не пускает. Ну не пускает. А я копию пытаюсь, блядь, себе. Так, ладно, тогда из рейда два слота остается по днямку и Кирса. А, Враска, твой второй клон. Я спекнусь. Что мы так не убьем? Миника. Враска, скажи, как... Ману отрегинишь и спекнешься. Поехал. Второй, да, мой? Третий. Второй клон твой. Клонов всего два. Первый и второй. Понял, третий. Давай, Кават, пуляй. Приехал. В мире хватает героев и без тебя. Что-то мне кажется, милики хотят меня убить. Двое сильнее страдания. Да, я поэтому про силов и спрашивала.
Фарадыч, он же через 20 минут будет, или уже нет? Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Ваши муки станут платой за это вторжение. Справа. Вот слева ты справа. А вот на бус. Пул. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги! Обратите их в пепел! Серёж, можно мне ответить? Только скажи, где я стою. О, спасибо. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Ту-т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 у
Миша, ты тут? Да. Скажи мне, пожалуйста, ты когда Навара полностью перейдешь и не будешь ходить магом в вечерний рейд? Я сейчас скажу, к чему я это. Чего? Когда ты полностью перейдешь Навара и не будешь играть магом? Чего ты решила, что я так буду делать? Ты слышишь мой сарказм? Ты понимаешь, что пока ты играешь на маге, у меня есть риск, что ты заберешь мой плащ. Задумался. Да не бери в голову, поприветствовала просто привет. Жестко. Да, с утра бухать такое себе, конечно. Вообще я трезвая. Настроение хорошее. Не. Я правда трезвая. Всем привет. Привет. Фарада, ты там скоро? Сейчас закажу. Не лопнет, Аурей, не лопнет. Понимаешь, если б я была бы пьяной, чисто теоретически я не выговаривала бы твой ник вообще. А я его выговариваю. Это как пройтись по одной линии, когда пьяный. Что? Не. Не-не-не, Аурей, не. Тут забей. Начнем с того, что у русского человека всегда есть повод. Ну так, чисто теоретически. Да-да, я, кстати, знаю про это. Я вообще не поняла, Элрей, где мой подарок? Что за дела? Готовится. Готовится? Это хорошо. Чек на АФК. Подтверждаю, чек на АФК, это значит, если АФК, надо да нажимать, да? Да-да. Хорошо.
От тебя, Элрей, вовсе не ожидала. Я буду ждать до вечера. А чё, Джайну так и не запустили? Нет. Нет, к сожалению. Блять, жадные сволочи. А у них, наверное, какие-то проблемы, слушай. Они вроде обещают, вроде должны запускать, и не запускают. Уже вторую неделю. К сожалению, кому к радости, блядь. Ты это брось. Просто весело, что будет на куполе, блядь. Я очень хочу это посмотреть. Ну вот если ты хочешь, тогда сиди и жди. Почему чё, нет? Чем будет? У меня выбора нету, понимаешь? Если она есть, то я пойду, понимаешь? Если ее нету, зачем мне ждать ее? Принудительный порядок, я поняла. Клон с камерой. Да, нямка, ты в хиле. Вся вот и во фросте или в бладе? А я ретрика нашел 280-го, он должен прийти 28-го. Еще не распределял хилов. Сейчас все скажу. Просто узнал. Сися. Наслаждайся, Анастасия. С ума нете? А ты в Беларуси. Алёша, плюс-плюс, я же тебе сказала, ты мне не поверил. Я вообще в целом про 4 аршамов. Это как бы ГГ вообще. А, значит так, первая группа тьма. Коват танчит тьму, воет свет. По хилам, по тьме у нас. Нямка, шторы, хочу чипсы. В свету черной ночи, просто отец гея. Типа 4. Верчи на пул. Выйдем, босса. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Энжи, подними медведа, я ДДшки активнее по-большому. Небеса в огне.
если посмеете. Заходим. Катаемся, кручу. Диспел. Фильм по нямке закиньте. Лезвие опять. Пятьдесят 4%. Бьем. Фаза. Лезвие. Медведь, даешь БР в раз, пока тут азика. Свет-стоп. Свет-стоп, да. Стоп по боссу, свет. Прием. Лезвие пришли, нет? Нет, я скажу. Сейчас будет лезвие. Заходи. Тьма стоп. Нет, тьма не надо стоп. Идите дальше. Небеса в огне. Прибежали. Свет стоп. Диспел. Я же говорю, вдвоем будем. На тебе есть. Я ее дал, как только ты зашел. Полина, поднимай шторы. Как перебегу, если достану. Вставай. Диспел. Кават, проанонси, как заходить штором. Дайте иннер просто. Заходите. Терпи, 18. Бладласт в двух мирах. Бежали. Лезвие готовьте в сторону. В огне не стойте. Дала имя. Бежим. Это громи сорвали в свету. Огонь, не стойте. Босс, добейте уже. Колпок подал. Неплохо. Так, значит так, медведа ешь фися, это точно ГП. Ибо когда вернешь.
Я же говорила вдвоем. Браска и Айзек. Каким образом умерли от лезвия? Стояли там, где стояли. Появились там почему-то. С меткой вынесли, метку вынесли.